Да, ну и трэш, конечно. Трэш-стример. Так, мастер Лути, что там забраться? Боже, ты как-то нежно играешь. Боже, ты новичок? Опа. Боже, ты как-то нежно играешь. Боже, ты новичок? Как меня зовут? Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Как меня зовут? Ты новичок? Ты новичок? Ты новичок? Да вы не смейтесь, он реально так играет. 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 Валера Гладиатор, слушай. А, бля! Как он конкретно? Ой, Малайзия. Да вы не смейтесь, он реально так играет. 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 Малайзия, сука, долбай. Дура, что, прошел я? Нежная игра. То ты все игры, которые я прошел, там перечислил, да? Боже, ты что? Новичок? Дура. Боже, ты как-то нежно играешь. Сколько можно ждать операцию в КС-ке? А ждать не нужно. Операция Jungle Blade на Epic Drop — это лучшее, что могло с тобой произойти. Почему? Да потому что операция стоит 600 рублей, но для тебя по специальной ссылочке снизу она бесплатная. Экономия на ровном месте. Да потому что первые квесты операции — это подписка на соцсети, открытие бесплатного кейса и прочая легчайшая хрень. Да потому что уже за 15-й квест ты получишь случайное тайное АВП, за 30-й и 45-й перчатки, а за 60-й последний квест операции ты получишь гарантированный бесплатный нож. Операция продлится всю весну. Прогресс квестов сохраняется. Выполнять задания можно хоть каждый день, поэтому советую начать тебе прямо сейчас. Ссылочка находится снизу. О, смотри, кстати, вот это видишь деревяка? Видишь деревянная? Видишь деревяку? Вот слушай, слушай. Видишь, деревянная, сука. Как живая, сука, да? Только звук деревянный. Видно, видно, да. Это, видишь, настоящая. Вот видишь, она мягкая. А это вон, да. Видишь, смотря. Жесть. Видал, но зато пальцы двигаются, жесть. Над этой прической работали самые ответь, крутые пожалуйста, барбершоперы. Честно, ты считаешь Батлэшу другом? Какая пересадка, у меня идеально волосы растут. Я еду только в бизнес-класс, а мне сегодня оверсайз. Кутюр Бальмен и Тягинар, я бэйби.
долбоёб. Держите себя в руках, девчонки. Секс мне предлагать, могу не отказаться. Адольф Гитлер, 21-23, Sie weiten zu dem Kampf, Aristonisch, я... Чё, б***ь, осуждаю. Я хочу, как у Киана Ривза, у меня длинные волосы, красивые. Такие я хочу себе тоже отрастить, потому что мне говорят, ну короткие, типа, ну не мое, а мне же, ну длинные хочу. Во, смотря. Ну как? И чё? Вот. Вот так вот спереди смотрится. И чё? Ничего, чё, плохо, вот что так ли? Вот смотря. Нормально. Такие волосы у меня будут скоро. Да. Это пида с Плющенком, нахуй. Кукушку на голову посадил мне, чучело. Прикинь, да, чмо? Вот моя новая прическа. Спасибо, что поработали над ней профессиональные барберы. Вау! Воу-воу-воу-воу-воу! Держите себя в руках, девчонки. Секс мне предлагать, могу не отказаться. Вопросы будут. Скоро косичку буду делать себе пальму. Да, пожалуйста. Это ответ всем тем, кто сказали, что я лысый женщина. Во-первых, я не лысый, и то, что я не женщина, это видно невооруженным взглядом. Вот это чмо, сука. Вчера получил бан. Я тебе, твари, буду везде теперь банить. Вот тоже, сука, бан. Мрази, сухи. Тоже бан. Тоже туда же. Вот это, сука, тоже бан. Тоже, сука, бан. Модные мужские стрижки и прически 2022. Тоже бан. Во, смотри. Немножко взъерошился. Во, смотри. Смотри! Волосы взъерошились из-за того, что наушники снимаю. Походу, ты сам хуже, а мягкий знак фотолупа со своим гнездом на голове. Ну-ка, давай-ка я сейчас сфоткаюсь, посмотрим эволюцию. Ну, у меня, кажется, сейчас, конечно, укладки нет, я шапку сегодня носил. Не, у меня сейчас волосы кулом, у меня отросли, я еще подравнивал барберы. Да. Вот это вот, вот такие вот люди, мне не нужны, а потом... Ну, здесь антилак, ну, самые плохие, ну, неудачные фотки здесь собрал, ну, пи***. Раз, чё ори, сидит хуй, сука, и смеется. Я недавно проезжал возле Волгограда, думал к нему заехать в гости. В частный сектор, так сказать, Волгограда, я там проезжал. На машине думал заскочить, потом думал, ладно, блядь, что-то ну, не до него было. Чисто понял, отработать малыша. Ну, понял, на место поставить, суку. Чисто, блядь, баба-бакланить с чепухом, блядь, слышишь ты, окуняра, блядь, бэм-бэм, шинки поспускать. Вот сейчас у меня такая, вот такая, ну, проня, укладки нету, волосы шапочные, потому что шапку одевал, понял, прикладка получилась, прилегающая. Ну, типа прижимашка, понял, волосы прижатка. Это не укладка, это шапка просто прижатая. А так у меня, ты шо, как у Кианы настоящие, один в один, да. Ни одного седого. Боже мой, что у тебя за дресня на голове? Тебе пена на голову насрал, что ли? Ни одного седого. Вонючий, блядь, да что ж, ой-ой-ой. Ой, тварина, сука, на пузо села. Коричневый змей. Блять. А! Блять. С лицом кролик. Да ебаное сено, сука, сено, да на него сел. Там же никого нет. Да ты шо, дурак. Эй, шмотор! Эй, шмотор! Ролик! 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 Года ни в одну игру играть не умеет. Пока! Пока! Иди мой посуду! Какой ты нежный! Чё по посуде там, кстати, убрался? Посуду-то мыл-то? Алло, посуду помыл? Дедуля, ты посуду мыл сегодня?
Твоя а баба то Серёж... была у меня собудет. Во снах, у той она и была баба. Сейчас вообще без поддавания будет. Просто нулевое поддавание. Сейчас увидите, что это нахуй колоссальная разница. И когда я поддаюсь, и когда не поддаюсь. Сейчас просто пули будут лететь во все стороны. Бэм, 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 бэм. Семь женщин, и один настоящий мужчина. Сука. Не помню, где он. Блядь, пизда, блядь! Матерь Божья! Я сосу хуй!